Китайской столице планируют значительно расширить демонстрационную зону автономного вождения. Дополнительная площадь составит порядка 3000 квадратных километров, что превышает площадь шести городских районов больше чем в два раза. Подробности в ходе всемирной конференции по интеллектуально подключенным автомобилям рассказал глава канцелярии Пекина по работе столичной зоны Ванлей. По его словам, расширение является частью усилий Мегаполиса, направленных на то, чтобы занять лидирующие позиции в области развития технологий автономного вождения. Он заявил, что к этому моменту интеллектуальная инфраструктура уже простирается на 600 квадратных километров, а разрешения на проведение дорожных испытаний в китайской столице выданы 33 автопроизводителям и почти 900 транспортным средствам. Тем временем, по его словам, такие корпорации, как Baidu, Pony.ai, jd.com и ряд других, уже тестируют различные сценарии применения автономного вождения в Пекине, например, доставку и патрулирование.